Волонтеры спешат на помощь. Омским отрядам предстоит ответственная миссия – помочь жителям Тарского муниципального района справиться с последствиями недавних паводков. Через несколько минут автобус отправит ребят к месту назначения. Так как наши соотечественники попали в беду, в этом году их подтопило, вот мы решили помочь им в восстановлении после паводков. Нам скажут план работ, мы активное участие примем в этом, но это, скорее всего, будет всякие восстановительные работы, типа собирать мусор, там что-то подремонтировать, что-то подделать. В акции приняли участие более 40 активистов, бойцов Омского областного студенческого отряда и представителей Омского отделения Союза добровольцев России. Среди ребят есть и такие, кто в 2012-м помогал ликвидировать последствия наводнения в Крымске. В рамках Союза добровольцев России есть направление добровольцев чрезвычайной ситуации. Наши ребята из Сибирского федерального округа уже принимали участие в прошлом году на паводках наводнения в Алтайском крае. Коллеги из Центрального федерального округа принимали участие в Приамурске. И вот омские ребята сегодня выйдут в Тару, то есть в свой регион, и поможет близлежащим районам. Перед отправлением в район бедствия глава региона Виктор Назаров проводил добровольцев напутствующими словами. Консолидация общества, она, наверное, нужна, и прежде всего нужна для молодежи, чтобы молодежь понимала, что, не просто понимала, но и воспитывала в себе то чувство, что помогать надо, нужно, и даже, наверное, в какой-то степени безвозмездно. Мы организовали ребятам питание, транспорт, элементарный ночлег. Ну и, конечно, если эта акция, мы будем понимать, что она удалась, соответственно, будет распространена и по другим районам. В Тарском районе волонтеры проводят 3 дня. По прибытии на место ребят разделят на рабочие группы, которые будут помогать 4 населенным пунктам – селам Большие Туралы, Атирка, Ложниково и городу Тара.